Так как галереи, к сожалению, не всегда балуют зрителя хорошими работами, я решила применить принцип горы и Магомета и напросила их в гости к художнику Татьяне Пальчук. Тем более, что даже короткая встреча с талантливым человеком интересна будет, я думаю, всем. Картины очень часто говорят «работа». А почему? Ну, потому что это действительно работа. И довольно-таки трудная. Вообще-то очень трудная. Физически трудная. Потому что, например, вот я работаю стоя. И если я, допустим, делаю работу, да, на протяжении, ну, вот месяца-двух, да, то есть это фактически, ну, в принципе, ну, каждый день у работы, да. И весь день на ногах. Это тяжелая физическая работа. Тут надо только пожить с художником неделю и убедиться, да, что это действительно работа. И еще труднее, допустим, с одной стороны, трудно, да, что вот моя мастерская дома. Но я привыкла, и я уже не могу, что я бы ушла из дома, потому что я и работаю, и я все равно как бы здесь, да. А с другой стороны, иногда тоже бывает трудно. Я работаю, но я же здесь. То есть меня можно как бы потревожить, но уже сейчас знают, что меня не надо тревожить. И по телефону можно сказать, что меня нет. Вот. А так, нет, не поймет. Человек, который не соприкасается, я думаю, он серьезно и глубоко не поймет, что это действительно тяжелая, трудная вообще работа. Не поймет. И не надо ему, я думаю, понимать. Пусть он воспринимает это фасадом таким красивым. А как рождается картина? Ну, сложно, ужасно. Я вот, кстати, думала об этом. Ну как вот это все? Потому что совершенно по-разному, каждый раз по-разному. Это может быть вот, допустим, павлин, да? Но мне ужасно нравилась эта птица, всегда. Я ее сделала. И я не знала, что это когда-то, спустя, ну сколько, может быть, 8 лет, она у меня появилась в работе. Но я знала, что вот что-то будет с павлином. Он красив, он мне понравился. Ну, трудно, да, так сказать. Допустим, вот двор, мой двор. Сколько я здесь лет живу, и вот только сейчас вот появилась эта работа. Или, допустим, интересное лицо. Тоже было так. У моей дочери подруга в школе, и очень интересное лицо. И вот появилась вот белая королева. Насколько долог путь от идеи до ее воплощения? Ну, это тоже совершенно свободно. Это может быть спонтанно, очень быстро, сразу. А может быть, у меня были работы, которые замысел возникал где-то, ну, даже 10 лет назад, да? И по истечении 10 лет появлялась работа. Она не была той, которая была... Идея осталась, да? А все было по-другому. Но идея, да, и вот 10 лет потребовалось. А как вы относитесь к творчеству других современных вам художников? Если я вижу хорошую работу, вот она мне нравится, ну, я вообще-то привередливый человек, у меня трудно очень, чтобы понравилось, с очень большой радостью, с такой, что, ну, это просто счастье, что вот появилась такая прекрасная работа. Зависти абсолютно никогда, еще не испытывала. А к хорошей работе с радостью, неважно, что она не моя. Есть ли определенный круг людей, мнение которых для вас значимо и важно, мнение которых о ваших работах? Круг? Ну, наверное, так нельзя сказать, что он круг, потому что вроде круг, это вроде как много. У меня муж тоже художник, он окончил нашу академию, отделение дизайна, да? Но он художник, профессионал. И в принципе, первое, это к кому я обращаюсь, когда работа кончена, это он. А когда вы работаете, когда вы пишете, вы думаете о том, что эта картина
должна уйти, что ее может кто-то купить. То есть вы привязываетесь к тому, что она может понравиться или не понравиться будущему покупателю. Когда работаю именно, нет. Вот это меня даже... Ну, об этом мысли нет. Самое главное, чтобы она мне понравилась, в первую очередь. А если уже еще кому-то она... Ну, это приятно будет. А так нет, нет. Ну, тогда работа не пойдет, по-моему, если я буду думать, кому она там понравится. Dāmas un kungi, mākslinieces un mākslinieki, kolēģi un vispirms jau, protams, šīs galerijas saimnieki. Mēs alaži priecājamies par kādu pozitīvu sensāciju, mums to pozitīvo sensāciju tik maz. Šo varētu uzskatīt par mazu mākslas sensāciju, ka Latvijā privātas iniciatīvas balstīt top viena mākslas galerija. Šoreiz šīs iniciatīvas avots ir Rīgas vīni. Un es paskatos uz rektoru un domāju, viņam būtu noteikti, kas balstāms vēsturē sakņots par vīniem, par to spirdzinājumu, ko viņas spēja dot mākslinieku dvēselei, tādi atraisot kādas radošas potents, un šī brīdī ir notikuši šī sakritība. Tāda firma, kas dot man mūsu prātam, jeb gara atraisīdībai kādu veldzējumu, ir atradusi par iespēju dibināt galeriju. Un paldies par to viņiem, jo mēs ar vien vairāk gaidām tieši tādu ieguldījumu Latvijas kultūrā, privātas iniciatīvas, uz saimniecisku rosīšanos balstītas iniciatīvas ieguldījumu Latvijas kultūrā. Un man ir, protams, profesionāls prieks par šo telpu, kura ļauj dzīvot mākslai, jo arhitekti nav demonstrējusi savas spējas, bet ir demonstrējusi savu pietātu pret telpu, radot to vienkāršu, baltu, atvērtu mākslas darbam, lai tieši šī māksla, šis darbs šeit skanētu kā galvenais elements, un par to paldies manai kolēģei Zaigai Gailei, paldies visiem par mūsu kopīgiem svētkiem šai dienā. Es gribētu teikt gan dažus atzinības vārdus mākslinieku savienības vārdā, un mums ir skaidrs šodien, ka galerijas ir ļoti nozīmīga lieta, kas mūsdienu mākslas dzīvi padara šodien vēl daudzveidīgāku, vēl interesantāku, un iespējams arī, ka tas varētu būt viens no galvenajiem virzošajiem spēkiem šodien. Tāpēc mēs priecājamies par katru mēģinājumu rasties šādai jaunai galerijai ar savu seju, ar savu īpašu ideju varbūt, un mēs ļoti labi zinām, cik grūti ir šodien, šajos apstākļos cerēt uz komerciāliem vai finansiāliem panākumiem mākslas laukā. Un tāpēc mēs ar cerībām skatāmies uz katru, kas grib ieguldīt savu spēku un enerģiju, labi zinot, ka tas nenesīs tūlītējs finansiāls augļus. Un tas ir varbūt pats svarīgākais, ko mēs kā mākslinieki novērtējam šajās iniciatīvās, ko minēja jau ministra kungs, ka šīs individuālās, šīs privātās iniciatīvas nākot kopā veidos un palīdzēs mums tomēr atbalstīt un attīstīt mākslas dzīvi Latvijā. Paldies visiem, kas ir stāvējuši pie šīs galerijas dibināšanas, organizēšanas, iekārtošanas un veidošanas. Paldies jums, mākslinieks, savienības vārdā visiem. Man jāatbildī ministram. Jāsaka tā, ka Uģis Skūna kādreiz rakstīja, Viņi paši dzer vīnu, bet citiem sludina ūdeni. Tagad ir otrādīgi. Es nezinu, ko dzer ministrs. Viņš droši dzer ūdeni, bet citiem sludina vīnu. Es gribētu teikt, ka tā ir viena brīnišķīga lieta, ka var atļauties. Un, saprotams, vīna ir tāds arots vīndars ir, kas nekad necieš zaudējumus, un tādēļ viņiem uzturēt galeriju un māksliniekus, un arī sevišķi jaunos māksliniekus un studentus, es domāju, būs iespējams tā. Jā, es nedomāju, ka tas ir viegli,
bet būs iespējams. Man arī jāsaka visiem paldies, kas izveidoja šo galeriju, un es arī esmu priecīgs, jo arī šogad mums nobeidz 70 mākslinieku. Un... Jā. Atklāšanas brīdī, protams, tajā ir māksla un ir pirmā izstāde. Ko šeit galerijas apmeklētājs var ieraudzīt? Veidojot galerijas atklāšanas izstādi, mēs vēlējāmies parādīt to koncepciju, kādu esam izvēlējušies par savas galerijas darbības pamatu. Mēs vēlamies ieskatīties nākotnē, ja tā tālāk varētu izteikties, un arī mēs skatu pagātnē, bet, protams, arī apliecinot to, kas ir patreiz. Izstāde Eduards Kalniņš un viņa skolnieki apliecina cieņu latviešu glezniecības tradīcijām. Nu, teiksim, patiesām nezūdošām vērtībām. Eduards Kalniņš, protams, ir izcils pedagogs un izcils mākslinieks, un viņa pedagogu talantu vislabāk apliecina viņa kadreizējo audzēkņu spožā meistarību. Mēs jūtamies ļoti pagodināti, ka izstādē savus darbus ir atvēlējuši Mākslas akadēmijas profesori Indulis Zariņš, Vilis Ozols, Boris Bērziņš, Imants Vecozols. Un liels paldies arī Edgara Iltnera radiniekiem par iespēju eksponēt viņa darbu šajā izstādē. Eduards Kalniņš. Vilis Ozols. Imants Vecozols. Indulis Zariņš. Edgars Iltners. Boris Bērziņš.
brīnišķīga ideja. Jo tāpēc, ka šajā idejā ir izstādes koncepcija. Kad mēs atlasījām darbus, mums faktiski nevajadzēja ne par ko domāt, nevajadzēja tur meklēt varbūt variants, vai nu mēs tā esam retrospektīvi, vai nu meklējam kaut kādas. Tīri šodien, ekskluzīvi, šeit priekš jums, divas Tatjanas diena. Un tāpēc šī ekspozīcija Да. Таня, вам каждый год удается на свой день имени получать такие подарки? Ну, если честно говорить, конечно, нет. Конечно, нет. Это впервые на мои именины, да. Действительно праздник, действительно подарок. И, конечно, я Татьяне Лавин благодарна ужасно, потому что все мои друзья, все вместе, моя выставка и те работы, которые действительно никто не видел, мне это очень-очень приятно. Это подарок. Это настоящий подарок. Я ей благодарна. Я думаю, подарок не только мне, в принципе, и тем, кто пришел, кто видит, потому что действительно это событие, выставка. И это всем нам подарок, не только мне. А тема этой выставки имеет какое-то отношение к Татьянам или к зиме? Ну, потому что зимние пейзажи вы видите, да, три зимних пейзажа. Фактически нет, конечно. Эти работы формировались давно. Если посмотреть время, когда они были сделаны, то это несколько лет обратно. Они не экспонировались здесь. Они были в Москве на выставке. Я их только осенью привезла оттуда. И вот сейчас выставляю здесь. Нет, они никак не увязаны с именем Тани. Это ретроспективная выставка Татьяны Пальчук. Можно сказать, что и так. Можно сказать, что и так. То, что я собирала, то, что я действительно держала для экспозиции, для серьезной, хорошей экспозиции. А вас не смущает так называемое альтернативное пространство, что эти работы не в выставочном зале? Вы знаете, я в прошлом году в Ригосвине выставлялась, да, действительно, выставочный зал, прекрасно все, это уже было, я надеюсь, еще и в дальнейшем будет. А то, что это не выставочный зал, нет, все равно не смущает, потому что вы сами видите, работы смотрятся неплохо, да, белые стены, освещение тоже хорошее, да. И это, в принципе, ну, если художники в кафе выставляют на улице, ну, а почему не в этом зале? Это не кафе, не улица. И они смотрятся здесь хорошо, прежде чем дать согласие на эту выставку. Я пришла сюда, посмотрела, как это выглядит, и только потом уже я сказала, что да. Она а будет. Вот интересно, что в галерее на самом деле людей ходит не так уж и много, да? А вот в такое пространство, как это, здесь будет посетителей гораздо больше, хотя они, может быть, не интересуются искусством. Но тем не менее, вот, то есть это какой-то путь, может быть, художника к зрителю. Ну, в принципе, это тоже, да. Правда, я об этом не думала, но так оно получилось, безусловно, да. Человек приходит за одним, он видит картины, это все равно всегда хорошо. Здесь же проводились выставки до меня, здесь был фотограф Марис Богустов выставлен. То есть я думаю, что те люди, которые приходят в этот магазин, в эту фирму, они уже привыкли, что здесь что-то есть, какая-то экспозиция, что она меняется. Так что это само перешло в какой-то выставочный зал, может быть, такой импровизированный. Ну, я так думаю. И я даже думаю, что Татьянин день – это же день великомученицы Татьяны, это святой, это еще праздник православной церкви, да? И я просто, ну, у меня такой ассоциативный подход ко многим вещам. То есть, если делать доброе дело в этот день, да, то, может быть, ваше доброе дело, что человек, который вообще никогда не смотрел даже в сторону картин, придет сюда на эту выставку, увидит картины, и, может быть, живопись станет его любовью на всю оставшуюся жизнь. Ну, в это хотелось бы очень верить. Хорошо, если это так. Но это не только еще великомученица, это еще день российского студенчества, основания Российского университета. То есть это еще и такой праздник. Он приятный со всех сторон. Спасибо. Рига маленький город, и весть уже пронеслась, что выставка Тани у Тани в Танин день – это ваша идея. И еще я знаю, что когда-то рижане, благодаря салону Гила, впервые могли увидеть Дали.
То есть это какая-то закладка на будущее? Вы думаете, вы планируете регулярно проводить художественные выставки, помогать художникам? Да, конечно. Я думаю, что сегодня тот факт, что мы когда-то несколько лет назад встретились, познакомились с галереей «Краст», то, что мы начали работать довольно удачно, то, что есть возможность сегодня нашим, скажем, гостям посмотреть выставку, я думаю, что это должно стать доступным для всех. У меня есть, скажем, свои идеи, которые я хочу реализовать, но все это для того, чтобы, скажем, эта выставка не в одном замкнутом пространстве осталась, а стала доступным для всех. Ну, а идея, скажем, «Татьянин день», выставку Татьяны Пальчук, это очень просто. Мы встретились, я знаю, что это тот художник, который мне близок, созвучен. В свой день, скажем, бывают же праздники у людей. У меня тоже сегодня праздник. И мне очень приятно, когда рядом со мной те люди, которых я понимаю. И, конечно, чтобы, скажем, жители могли бы посмотреть, жители Риги посмотреть эту выставку, я с удовольствием предоставила возможность, чтобы 2-3 недели могли приходить к нам гости и чувствовать эту атмосферу Татьяниного дня. Спасибо. А еще один вопрос. Вот ничего не бывает в мире случайного. Вы случайно когда-то купили картину Татьяны Пальчук, сейчас случайно устроили ее выставку, а мы случайно стоим на фоне картины с изображением крысы и астрологических знаков. Если не секрет, кто вы по гороскопу? А вы знаете, я даже не знаю. А когда у вас день рождения? 54-й год, 20 января. 20 января вы между Козерогом и Водолеем. Водолей. Я думаю, что, наверное, Водолей, потому что только Водолей может, ну... Козерог более практичен, а такие широкие жесты – это водолейское. Я не считаю это широким жестом, я считаю, что это нормально. Тогда, когда, скажем, я прочитаю в гороскопе, что удачный день для водолея – я водолей. Когда удачный для козерога – я козерог. А вы вообще как к астрологии относитесь? Нормально. Нормально. Спасибо большое. Пожалуйста. Присутствует образ женщины, ребенка и животного. Эти персонажи, по мнению художницы, основные в нашей жизни. Мнение интересное, но не бесспорное. А как же мужчина? Он, по словам Татьяны, присутствует также почти в каждой ее картине, где есть женщина, но за кадром. Неужели, если вы видите на полотне прекрасную, счастливую женщину, это не подразумевает то, что в жизни с ней рядом не менее прекрасный и счастливый мужчина? Ведь этим миром правит... Любовь, конечно. Конечно, любовь. В самом широком таком понимании, в самом хорошем, в самом лучшем, светлом. Любовь. Татьяна Пальчук родилась и училась в Риге, но ее менталитет позволил ей раскрыть в живописных работах очарование и загадочность русской души. В работах западных художников есть техника, прекрасно работы выполнены, но нет души. В этих же работах прекрасный альянс и техники, и души, загадочной русской души. Две картины на выставке художницы посвящены появлению Зевса в виде чудесного облака перед своими возлюбленными. Рядом с ними птицы. Его жена Гера примещала гордых и независимых павлинов. Другая богиня любила грациозных лебедей. А вот эта картина «Похищение Европы» благодаря художнице приобрела новую интерпретацию. Богиня любви покидает Европу и как бы вопрошает нас: если я покину эту бренную землю, сможете ли вы жить без любви? А действительно, сможем ли? Нет, увы. Ирина Прохорова, новости 31 канала.
Во всех картинах Татьяны Пальчук, выставка которой открылась в галерее «Рига свиньи», присутствует образ женщины, ребенка и животного. Эти персонажи, по мнению художницы, основные в нашей жизни. Мнение интересное, но не бесспорное. А как же мужчина? Он, по словам Татьяны, присутствует также почти в каждой ее картине, где есть женщина, но за кадром. Неужели, если вы видите на полотне прекрасную, счастливую женщину, это не подразумевает то, что в жизни с ней рядом не менее прекрасный и счастливый мужчина? Ведь этим миром правит любовь, конечно. Конечно, любовь. В самом широком таком понимании, в самом хорошем, в самом лучшем, светлом. Любовь. Татьяна Пальчук родилась и училась в Риге, но ее менталитет позволил ей раскрыть в живописных работах очарование и загадочность русской души. В работах западных художников есть техника, прекрасно работы выполнены, но нет души. В этих же работах прекрасный альянс и техники, и души, загадочной русской души. Две картины на выставке художницы посвящены появлению Зевса в виде чудесного облака перед своими возлюбленными. Рядом с ними птицы. Его жена Гера примещала гордых и независимых павлинов. Другая богиня любила грациозных лебедей. А вот эта картина «Похищение Европы» благодаря художнице приобрела новую интерпретацию. Богиня любви покидает Европу и как бы вопрошает нас: если я покину эту бренную землю, сможете ли вы жить без любви? А действительно, сможем ли? Нет, увы. Ирина Прохорова, новости 31 канала. Родилась я в Риге. Школа у меня латышской живописи. Это действительно хорошая латышская живопись. А мое внутреннее, мой менталитет, мое внутреннее я – это все-таки, конечно, русское. И вот такой вот синтез произошел, вот, приводит к таким вот, как вы говорите, космополитизму. Свобода полная, я делаю то, что я хочу, никто надо мной не стоит, никто не давит, я действительно свободно выражаю то, что я хочу, и, наверное, это и есть счастье. А сегодня еще такое настроение, потому что праздник – это же выставка, а все сомнения, которые, конечно, в работе бывают, у любого автора, но это уже мое, это уже кухня моя.
Это самое главное, это то, что останется для истории, для благодарных потомков.
Да, ушла. Нет. Напиши, что мне не знаю. Что просит? Меня направо. Какая же это все же не съемка? Очень статично. Стоит, надо как-то походить. Ты чьи? Не хочу. Что ты хочешь? Я хочу только одного. Где тут это самое? Так, дорогая моя, ты уже научилась, по-моему. Что он делает? Мы не статичны. Понял? Мы такие, какие мы в жизни. Вот потому что вот мы ходили и говорили, мы устали. Что ты хочешь, чтобы он перед тобой тут кадриль спасает? Зачем? А что? Ну вот и возмущается. Подожди, мы перед Белочка, мы без видеокамеры, мы без видеокамеры ведем себя так, как мы себя ведем перед камерой. Оправдывайся, я не оправдываю, что ты взял камеру. Нет. Так я снимаю сейчас или не снимаю? Мы, кстати, без твоей камеры вот здесь вот так спокойно себя культурно ведем. Давай.
Довольно редко художники из Прибалтики радуют своими вернисажами московских зрителей. На сей раз такими редкими гостями оказались два художника из Риги, Татьяна Пальчук и Юрий Скрипачев. Их выставка «Единство противоположностей», пожалуй, сочетает в себе несовместимые вещи. Так картины Татьяны изящны и изысканны, работы же Юрия экспрессивны. Но это всего лишь разные формы самовыражения. А вот стремление у этих двух художников одно – найти путь к гармонии и идеалу, и никакой политики. Возможно, это суждение и верно, ведь проблем в жизни и без того хватает. Пускай хотя бы соприкасаясь с миром искусства, человек позабудет о своих трудностях и повседневной суете. Мэр подверг...